Утро 13 дня. Солнышко у нас на Дземброне. Это вообще редкость, я так думаю. Я спал реально как убитый. Мне снилось, что я дома сплю на кровати. Так мне было комфортно в правильной палатке. На надутом матрасе. Под правильным спальником. И после горячего душа. Это просто что-то с чем-то. После вчерашнего и позавчерашнего, по сути, похода, мне даже вставать не хочется. 20 километров по горам — это что-то с чем-то. Речка прозрачная такая, спокойная, холодная. Класс. Не то, что она бурлила коричневой водой несколько дней назад. Костя вчера вечером специально разворачивался машиной для того, чтобы она стояла утром не на солнце, в случае чего. Шикарно, считаю, стал. Машина не на солнце. Сейчас мы пьем традиционный утренний кофе. Едим яичничку с помидорами. И будем обсуждать, куда мы поедем. Тут у нас нет интернета. Поэтому, не знаю, так, сейчас посмотрим, либо по офлайн картам. У нас есть два варианта, наверное. Либо ехать на Бух, в район Винницы, на Южный Бух. Либо ехать на Днестр, в районе затопленных сел. В общем, сейчас подумаем, куда нам идти по дороге проще. Ну и чесночок, естественно. Накопали с Маней товарных елок, на талочках посадила временно. Попробуем, может, что получится у нас. Мы уезжаем с Дземброни, я выехал, сейчас Костя выезжает. Люди идут тут на Дземброни, будут подниматься на ППО. Молодцы, с флагом. Сегодня же День независимости, кстати, 24 августа. А вот это место, куда мы вчера чуть-чуть не успели. Люди сидят здесь еще до сих пор. Мы стартанули, как обычно, не рано, в час дня. Сейчас доедем до Ильцевой, будем решать, куда ехать нам дальше. Сегодня, судя по всему, по случаю Дня независимости, большой рафтинговый сплав. Раз, два, три, четыре, даже сбился, пять, шесть, семь. Семь лодок. Люди молодцы. Речка сегодня прозрачная, хорошая. Не грязная. Едем на Косов, выехали в Ильце, теперь топим на Косов. Тут дорога класс. Ну что значит правильно?
просто шикарно. Еще одна каплычка. Крыши чеканные, мне страшно нравятся. Вот вообще красота. Вдоль дорог люди торгуют покрывалами и прочим из овечьей шерсти. А тут известнейшее место среди местных. Зупынка Adidas и отель Adidas. Вон внизу телефон. Мы здесь останавливались. И тут же лесопилка Adidas. Это все одного чувака. Тут мы останавливались неоднократно. Неплохое место. Почему Adidas? Там хозяин и Ваня Adidas. Местные все так его величают. Невероятно шикарная церковь. Просто обалдеть. Дали такую красоту. Косовим мы традиционно в наш край за гамбургерами. Лайфхак, порвался тапок, язычок от Пепси, все решает, все работает, посмотрим, насколько хватит. Заправились в Косове. Косов известен тем, что тут два раза в неделю проходит базар, там всякие национальные наши украинские вещи продаются, куча всевозможных вышиванок и прочего, как раз вот тут в районе Окружной, там вот направо нужно ехать, а будет базар, он там ночной. До утра, там не до сильно позднего. И там куча-куча всего продается. Классный базарчик. Ну такой в палатках с земли фактически. Времени у нас 4 часа дня. Планировали изначально ехать, я говорил, или на Винницу, или на Днестр. Но мы туда по времени просто никак не успеваем. Поэтому едем до Тернополя. И там в районе Тернополя будем искать что-то и остановиться. Все, уже началась четкая равнина. Просторы и нормальная дорога, слава богу. То до этого мы тарахтели так, что сколько мы уже едем, уже третий, наверное, видим. Я так понимаю, это крестный ход. Да, точно. В честь праздника. Поле Сайстер. Первый раз такое вижу. Бензовоз через двойную сплошную крейзи решил всех обогнать, даже ему надоело телепаться. Кто там едет, я не могу понять. На второй передаче. В 7 часов вечера едем по Тернополю. Нам уже надо срочно искать место. Ищем место. Речка, конечно, ужас. Заехали, там тупик, разворота нету. Сдаем назад. Метров 500 надо сдать назад. Побалакал с местным рыбаком, потому что времени у нас ограниченное количество. Нужно искать всеми возможными способами. Говорит, есть ставок. Там вот на перекрестке. Налево. Сейчас подивимся, что там за ставок. Два раза уже поворотом ошиблись. Сейчас еще раз уточнили дорогу. Куда-то вообще приехали к какому-то ворота, санаторий. Бог его знает. А, кладбище вообще прекрасно. Ищем, ищем. Опять мы уперлись куда-то. В общем-то было не кладбище, а оказывается замок. Ну то бог с ним. Сейчас ножками будем искать. Ветер дует. О, впереди какая-то церковь. Прикольно. Вот это уже у нас стены замка, ядрен батон. Товар. Заодно и замок посмотрели. Только что снаружи. А вот и он, замок. Мы все вокруг него кружим. Сейчас найдем. Чего себе, озеро-то неплохое. Тут сижи у людей. Только непонятно, мы тут встанем или нет. Широко будет, встанем. Если узко, не встанем. Сейчас посмотрим. Так, у нас тут дачники. Получается... Мы ехали изначально вдоль дачного, видать, дачного, или люди живут, бог его знает, поселка. Озеро шикарное.
уже темнеет крепко, но тут стать негде. Там все узко, 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 ничего не подходит. Сейчас будем переезжать на другую сторону, там смотреть. Добрый день. А тут мы не станем ніде, так? Та ну, ми такі кемпінгери, думали тут стати десь. Може на той стороні є. На що стати? Та з палатками хотіли. Вон тільки поїхали, звідти там пані місця. На ту сторону, так? Ну, тут де ви? Я зрозумів, зрозумів. Тут ми розвернемося зараз і туди поїдемо. Я не знаю, чи ви там не приїдете такого. А кругом можна чи ні? Ну, там тільки в одному місці трошки погано. Але ми мала машина пройти. Зрозуміло. Ща подумаємо. А то ми двома машинами. Я бачив, що там виїхали кемпінгери з тої сторони. Ну, от там були якраз палатки. Дякую, дякую. От там, на углу, так? Ну, того, от. Зрозуміло. Не тому, а того. Я поняв, поняв. А? Озеро глибоке? Тут не глибоке, там. А там спочатку глибоке, так? Значить, будемо їхати. Походу там не проїдемо, будемо розворачуватися. Сейчас мы озеро объедем, выедем туда на угол, объедем по плотине и направо, и по той стороне будем искать. Едем по обратной стороне, людей очень много. Праздник, очень много рыбаков и сиж. И очень плохо то, что узкая левая сторона. Это с той стороны не видно, а сейчас видно. Узкий берег. Добрый вечер, что Динамо бежит? Обалдеть, сколько вкусных уток, вот там вот плавают, крякают, капец. Где моя воздушка? На краю озера вот такая картина. Перелив воды. И утки вкусные сидят. Знаю, видно их или нет, но их просто сотни. Дикие уточки. Так, охлаждать будем пиво. О! Вода уже холодная, брызгает по рукам. С селитрой, с водой. Заоружай. О. О, это хорошо. Сюда нагрузка. Что, всплывает? Ну, конечно, всплывает. Это. Ну, в принципе, нормально, ладно. Сделали, как всегда, свет. Повесили рукомойник, охлаждаем все. Место нам не супер нравится, но... Вариантов никаких у нас нету. Ехать уже темно. Так стали, тут проезд какой-то, но там посмотрели, дальше тупик. В общем, люди не должны нас беспокоить. Мы тоже людей не будем беспокоить, все будет хорошо. Зато есть приятный бонус, что мы стоим на берегу озера. Вон сижа. Куча рыбаков может быть. С утра получится порыбалить. Ну, хоть удочку намочить. А там посмотрим. Тут полным ходом идет заправка баллонов от корча. Ты пиво пить будешь, тебе принести? Нет, не буду, все. Ты бросил? Я больше никогда не буду пить. Запомни это, а лучше запиши. И дземброня тоже. На дземброне все. Дземброня. Мы больше не ходоки. Машуня тут занята мясом, нарезает на кусочки. Сегодня у нас будет тушеное мясо с соевым соусом. И макарончики. И салатик, да? Наверное, с капустой. Да, с капустой. Очень хочу, просто мечтаю. Мешалку. Серый занят раскладыванием палатки. Он теперь специалист. Он умеет не только раскладывать, но и складывать. Не свети сюда. Что-то пошабашило? Ты желтый раскрыл? Да. Еще не раскрывается? Я тебя перехвалил? Да. Сейчас посмотрим, починим. Все нормально, там чуть-чуть зацепилось просто. Он сегодня сам сложил, сейчас сам раскладывает. Серый, только там же ты видел? Да, там бывший костер, не надо туда. У нас все как обычно. Мясушка стушилась, салатик на месте.
помидорчики, перчик. Костя ковыряет хлебушек, макарончики.